пришли вас поздравить с днем дошкольного работника. Воспитатель, слово-то какое, в нем таится свет, добро, тепло. Кто детей порадует игрою, кто их пожурит совсем не зло. Им благодаря взрослеют дети, зная, как вести себя и жить. Воспитатели, добрее вас нет на свете, вам счастливым желаем быть. Песню запевай. 3-4. От улыбки. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запевает. Дорогие коллеги, поздравляем вас представить всю нашу долю коллектива школьным праздником. Как сказали дети, от улыбки станем светлее. Мы видим, как вы подарили эту улыбку детям нашим в свое время, и как они несут это все больше в свою уже школьную жизнь. Спасибо вам за это огромное и большое. Давайте вместе сфотографируемся теперь. Вот она память. Дня дошкольного работника поздравить одну родительницу нашу. День дошкольного работника не только праздник воспитателей, но и поваров, и уборщиков, техничек, и самое главное, наших любимых нянечек, ваших воспитателей. И вот ваш воспитатель приготовил небольшой подарок. Ранним утром мы торопимся на работу в детский сад, где на целый день родители доверяют вам ребят. Их научите старательно рисовать, лепить, читать. Детству нужно обязательно их трудиться приучать. Сколько творчества, терпения, сколько выдумки подчас и порывов вдохновения нужно каждому из вас, чтоб сердца и души детские вам могли принадлежать, чтоб любимым воспитателем дети вас могли назвать. Да, младший воспитатель – это тот человек, на кого ложится груз ответственности еще больше, чем на кого-либо. Да? Я думаю, все согласятся. Поэтому и это праздник, и их вдвойне. Thank you.